Всем привет, орлы! Это, конечно, мелочь, но все-таки меня вот на стриме спрашивали, а можно ли господи, я не могу запомнить имя. Короче, рыжую. Можно ли убить рыжую до того, как это произойдет по сюжету? И мы пытались застрелить ее из лука, то есть я пытался по ней стрелять и попасть по ней. Я вначале думал, что нельзя, оказывается, можно! Но происходит следующее, она закрывается зомби, как вы можете сейчас видеть. То есть попасть по ней и убить невозможно, а всегда будет закрываться зомби. Почему анимация каждый раз разная, но она закрывается. Так что вот, если вы думали, а можно ли обмануть систему и убить Микки заранее, буду звать ее Микки, Мини, Минерва, ну пусть будет Мини, то у вас не получится. Я не знаю, у меня какие-то проблемы с этим именем. Я не знаю почему, просто я его не воспринимаю. Ладно, орлы, это все, короткое видео, но я скажу следующее. Пишите, какие альт-выборы вы бы хотели видеть. У меня уже есть свой план, но, может, вы подскажете, что вам нужнее. Например, я хочу сделать сборник альтернативных концовок и показать, какие они есть. И кто-то скажет, Евген, да их нет в игре, а я скажу, есть. Например, в зависимости от того, каких персонажей мы спасем, концовка все-таки немножко меняется, есть некие различия. Так что, вот, это вот будет, слушай, может, сегодня. Прям, когда вы смотрите это видео. Может, я уже снимаю это видео. Ладно, до следующего видео и надеюсь, вам понравилось.